Политтехнолог Сергей Гайдай. Взгляни на Голгофу. Вот хороший человек, политолог Гайдай. Сергей, кажется. Вот он говорит очень правильные вещи для украинцев, для Украины. Чтобы у них шоволились от аналитики мески, чтобы они гадость не выбирали в Украине против коррупции, там, против заговоров всяких врагов и тому подобное. То есть... Это великий позитив о том, что он говорит. Но тогда, когда, вот с той секунды, когда он начинает вещать в мозги, вкладывая тоже, вместе с этим позитивом, страшную хрень, страшный негатив. Это когда он начинает говорить о якобы религии. Ну, религия в переводе это путы. Вообще-то правильно говорить о вере. В Отца, Сына и Духа Святого, то есть в Христа, в Бога нашего Единородного. Когда он начинает об этом говорить со своей гностической или агностической, или какой-то хабардической, ну, хер его знает, какой-то там точки зрения, по его якобы утверждениям, что он где-то что-то прочитал, то мало того, что он себе... а приторивает дорогу в ад, в котором будет жариться вечно его душа. Он еще, естественно, и нас всех закликает до цього. Но мы не хотим этого, нормальные люди, христиане не хотят к этому идти. Поэтому, прежде всего, Сергею Гайдаю нужно у себя в голове, прежде всего, шурупы подкрутить, чтобы его правильные вещи о политологии, о политике, о Украине, они не делались негативом вместе с неправильными вещами о вере, о нашем Боге, который будет гневаться на таких. А мы не хотим, чтобы Бог на нас гневался, потому что сколько можно этих испытаний. Действительно, он рассказывает какую-то хрень, блин, ну, плетет. Ну, это не только мое мнение, опиния, что это хрень, что он плетет, что это выдумка с религией, с Иисусом. То есть, такую хрень плетут множество и масса этих, как его, сектантов, которые разобрали уже по таким косточкам нашу религию, нашу веру в Христа. Разобрали и по сей день, и постоянно над ней знущаются, издеваются. И этот туда же подключается в своих перипетиях, исследованиях гностических, тупейших. Но прежде чем что-то утверждать, хотя тут можно утвердить, даже уже не читая книжек всяких, я не имею в виду Библию, наводящих книжек, там исторические якобы, где они шел, в каком подвале были написано, каким Цезарем, а мы знаем, что проиграл войну какой-то Нерон, он написал, что выиграл войну. Вот так вот там и еще до этого, с римских цивилизаций, еще с других цивилизаций, так и пошла эта хрень. Это все держится, зиждется на грехи. Все неудачи Украины зиждятся на греховности прежде всего, а потом уже на тупости, на тупоумии людским. А он нас взывает и дальше продолжать это гностическое тупоумие. Саентологию какую-то, наверное, еще приплетет, еще какую-то хрень. Они же в помощниках ему, эти гребаные хаббарды, саентологи. Они все помогают, иудеи в этом помогают. Он, я слышу, он приплетает Тору, потом Талмуд в одну хрень. То есть с его головой что-то не в порядке, а прежде всего с моралью, душой и духовностью. А там вообще ее нет, духовности. Какая духовность может быть у какого-то гностика? Поэтому прежде всего, чтобы нам что-то втуливать, свою вот эту хрень-амень, он пускай скажет, расскажет, откуда мы взялись. Откуда же мы? С обезьян произошли, так как он считает. Или с аминокислотного супа, с хаоса какого-то произошли, там белок и то есть аминокислотный. Откуда мы произошли? Где та цепь между
дарвінійськими обезьянами і нами. Где она, Сергійко? Так що деліть на нулі, нулі, ще раз нулі, то, о чем, когда он говорит о религии. Абсолютно. Не обращайте внимания на эту хрень. Только он перестает говорить о религии, сразу переключайтесь на то, что он говорит вещи о политике, о политиках положительные, о той же нравственности, то все. Но только он начинает говорить о религии, все, выключайтесь. Думайте о чем-то другом. Это все равно, что вот реклама начинается, сразу выключаешь телевизор или на паузу, не на паузу, а на звук убираешь, чтобы эта хрень не журчала в ушах. Вот то же самое о политологах, которые считают, которые не могут доказать. Он что-то прочитал. Так ну засунь себе в этот, то, что ты прочитал. Ты нам не прочитал, ты нам давай теорию происхождения нас, Земли. Давай, расскажи. А потом ну, он что-то прочитал. Блин, мудрец. То есть вы только представьте себе, и украинцы тоже, до какого гностического, агностического бреда, маразма и прежде всего греха падения можно было и нужно было бы. На что ему это нужно было так дойти? Сергею Гайдаю, политтехнологу, хорошему политтехнологу ж. И на тебе, хороший политтехнолог, а ударился в обезьянопроисхождение, в дарвинизм. То есть, получается, он что говорит, что Томас в Украине, христианство, как религия, это хорошо, это очень хорошо. И проукраинское православие, и христианство, и разные конфессии проукраинские, которые сплачивают, только они нужны для того, чтобы... сплачивать население, получается, украинцев, да, то есть они настолько тупы, сами украинцы, что их нужно обязательно сплачивать именно этим. И тут же он утверждает в одном и том же рассказе своем, что вообще это история с Христос, с Христом, с Иисусом, с его убийством евреями и римлянами, с грехопадениями этих наций, которые потом были жестоко распущены. Все это фейк, оказывается. То есть он говорит, что это хорошо, но, а по сути это фейк, это дурачки стоят там. То есть все христиане, это по его опинии, это дурачки, ну а то, что они там стоят, там сплачивают что-то, это хорошо. То есть, представьте, до какого, ну, просто мне обидно за этого человека, что он так греха пал. И, естественно, все нормальные христиане желают ему выбраться с этого гребаного греха падения и принять себе к душе что-то хотя бы логическим образом, а не читая всякую сатанистскую хренотень. Да не будет сказано в этих святых местах, хотя все вещи, которые душой и телом принимаются человеком, они все святы, и сам человек... и его сущность, истота, тоже святы, когда он принимает святое. Не просто как Гайдай принимает. Да вот они там дурачки, ну пускай они стоят. А так принимает, как этого хочет сам Всевышний. Тут настолько это так просто. Или пускай тогда объясняет, что мы произошли от христиан, пускай он линк, цепочку ту показывает. То есть вам понятно то, о чем речь?